девушек младшего возраста стала Яна Халецкая из Дикаря. В первой половине дня соревновались 7 мужчин-ветеранов. Победу одержал участник всех 29 мемориалов Лукашевича, победитель первых 3 мемориалов Владимир Концевич из Екатеринбурга. Ну, первый мемориал происходил в очень тяжелых условиях. Мы прыгали в цеху, цех завода ЧТЗ. Там было плохое покрытие, но тем не менее была очень острая борьба, были показаны выдающиеся результаты для того времени. Я прыгнул 2.20. Второе место занял мой соперник, вечный челябинец Боря Гришаев. Он прыгнул тоже 2.20 и проиграл по попыткам. Сегодняшний старт для меня, я хочу вот такую идею проталкиваю здорового образа жизни. Прыжки в высоту, они помогают мне поддерживать себя в хорошей форме. Не каждому человеку в 58 лет вообще удается, вообще чувствовать себя прекрасно, тем более прыгать в высоту. Я хочу своим примером, воодушевить любителей здорового образа жизни, чтобы они активнее занимались и поверили в то, что старость можно отодвинуть.